Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры, и сегодня у нас новое видео — распаковка бумажных сюрпризов. Я для вас подготовила одну новиночку. Это попугай Кеша. Вот такие вот пакетики. Я думаю, всем знакомый персонаж. Тут есть и простые, и посимпатичнее пакетики. Давайте сегодня возьмем вот этот покрасивее. Вот такой зеленый пакетик с попугайчиком. Откладываем. Дальше заканчивается коллекция «Весна». Ее тоже откладываем. Коллекция «Рюкзаки». Еще 4 пакетика осталось. Давайте сегодня выберем. Вот такой голубой. Коллекция «Мультяшные персонажи». Давайте возьмем вот такой пакетик. Коллекция «Костюмы из Little Big Uno». Я сегодня выберу. Давайте вот с таким пухляшом, по-моему, его так зовут. Не то чтобы зовут, а как бы псевдоним. Или просто его так в народе назвали. Давайте открывать, точнее отбирать коллекцию «Ожидание и реальность». Возьмем, не знаю, вот этот пакетик. И последняя коллекция, которую нам надо выбрать пакетик, это «Пати», «Вечеринка». Я выбираю вот такой с надписью. Начинаем. Вот мой каталог. Он уже трещит по швам. Он такой толстенький уже. Но конца и края еще не видно. И начнем мы с коллекции «Весна». И вот только пакетиков у нас сегодня на распаковочку. И среди них «Весна» — это вот этот с птичкой. И мы заканчиваем эту коллекцию сегодня. И что нам сегодня попадается? Так, это... Вот такое солнышко. Ну, конечно, я думаю, многие догадались, что тут именно оно должно быть. Именно ему здесь и место. И давайте сейчас приклеим его вместе с вами. Это циферка 2 и вот такая наклеечка. Клеим вот в этот уголочек. Готово. И вот такая вот коллекция у нас получилась. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то поддержите лайком. И следующее, что мы с вами откроем... Эта коллекция, так, очки у нас закончились. Теперь переходим вот сюда. И это у нас рюкзаки. 4 рюкзачка уже у нас открыто. А на сегодняшний день мы откроем вот голубенький пакетик. Сейчас вместе с вами. И тут попадается такой вот прикольный оранжевый рюкзачок. Довольно ярко получилась вообще эта коллекция. На мой взгляд, цифра 3. И приклеиваем. Вот сюда. Готово. Вот такая вот коллекция уже пополняется. Пополнилась новым рюкзачком сегодня. А мы продолжаем. Теперь ожидание и реальность. В тот раз нам попалась вот такая девочка. Сейчас посмотрим, найдется ли ей ожидание, или мы что-то другое сегодня наклеим. Сейчас мы это с вами и узнаем. Так, нам попалась... Вот такая вот расплывчатая яичница. То есть тут должна была быть формочка, формочка котенка. Но в ожидании будет, ну, совсем другая, конечно, яичница. А в реальности вот такая, но она, в общем, не получилась. И эта цифра... я забыла пронумеровать. И даже не знаю, куда теперь наклеить. Давайте, по-моему, вот сюда надо было клеить. Я просто тут два предмета не пронумеровала. По-моему, если мне не изменяет память, наклеим вот сюда. Думаю, ничего не случится, если не туда. Вот так. Сегодня у нас получилось. Давайте продолжать. А у нас сейчас новая игра с вами. И это была, конечно же, Маша у нас в прошлом видео. А кто попадется в этом пакетике, мы сейчас с вами узнаем. И первые 20 человек, кто напишет правильно, что это за персонаж, из какого мультика, то именно эти первые 20 человек попадут в следующее наше видео. Давайте скорее открывать и посмотрим. Итак, это попадается вот такая вот вредная девчонка. Думаю, многие ее знают. Вика очень любит этот мультик. Не знаю, как вы. В общем, скорее пишите. Только первые 20 человек попадут в наше следующее видео. Напоминаю. Давайте отклеим ее. И она под номером 6. И сейчас пойдет на свое место. Рядом с нашим Патриком, который попадался нам самым первым в этой коллекции. Вот такая она большеватенькая у меня получилась. Но ничего, это дело не меняет. С
характер. Ну, надеюсь, она вам понравится. Вот так. Теперь дальше у нас коллекция пати, то есть это праздник, вечеринка наша. У нас уже попадались тут разные другие картиночки. А что попадется сегодня, мы сейчас узнаем. Ну, конечно, куда же без торта на вечеринке. Вот такой вот тортик у меня сегодня для вас подготовлен под номером 5. Давайте его отклеим, и он пойдет на свое место под своей циферкой. Вот, наконец-то получилось отклеить немножко тут за кадром. За кадр пришлось уйти. И все, готов наш торт. Теперь дальше. Полюбившаяся вам коллекция Little Big Uno, точнее костюмы из этого клипа, которые сейчас мы наклеим тоже на свое место. Вот с таким вот толстячком, пухляшом, как его прозвали в народе, наверное. У нас пакетик, и вот уже я достала костюм. Можете тоже угадать, что это за персонаж, но я думаю, все знают и догадались, что это наш главный герой. Если хотите, напишите его имя. Вот цифра 3, и этот костюмчик идет у нас сюда. Так, не очень ровно приклеила, надо сейчас заново переклеить. Вот, идет сюда наш костюм, вот так мы повесили его, замечательно. И двигаемся дальше, точнее, завершаем нашу распаковку последней коллекции. Это новинка, это попугай Кеша. Здесь будет 6 сюрпризов. Они такие вот разноцветненькие, как вы видите. И давайте откроем вот этот зеленый сегодня пакетик с попугайчиком, слушающим плеер. Итак, здесь попадается вот такой попугай в кепке. Это, кстати, старенький такой мультик, но кто еще не видел, можете тоже посмотреть, рекомендую. Так, я забыла пронумеровать тут снова, но ничего, думаю, наклеим сейчас куда-нибудь, а дальше разберемся. Так, по-моему, если мне не изменяет память, он должен быть где-то вот здесь, на цифре 3. Надеюсь, угадала. Это мы узнаем в следующих видео. Ставьте лайки, если понравилась эта коллекция. Теперь у нас рубрика «Вопросы и приветы». Давайте возьмем два вопросика, например, вот этот и вот этот. Я отвечу. Так. Любимый блогер. Мне нравится Претти Кэтти, Маринка Д. Ну, это из бумажных. Бумажный мир. Ну, в общем, все они по-своему молодцы и классно рисуют. Вот такой ответ. Также второй вопросик. Так. Как Вика учится в школе? Хорошо. И теперь приветики. Вот они в этом блокноте у меня. И вот с этой вот черты это новые приветы. Можете также посмотреть и старые, кто еще не видел, может быть, себя. Или пропустил наше предыдущее видео. Но советую его посмотреть. Всем-всем большой привет. Я вас люблю. И, конечно же, подписывайтесь на нас, если понравилось это видео. Впереди будет много новых распаковочек. Пока!